Пензенский бизнес ждут на крупнейшем деловом событии – форуме «Экспорт-2023. Возможности в новых реалиях». Он состоится в библиотеке имени Лермонтова 1 декабря. В этом году организаторы изменили концепцию и приглашают все компании. Вне зависимости от того, занимаются они экспортом или импортом, любой найдет полезную информацию. Для нас очень важно объяснить компаниям, что изменилось, какие нововведения в юриспруденции, как правильно составлять договора, как учитывать все форс-мажоры. Также мы расскажем про новую логистику, потому что логистика сейчас является одним из самых больных вопросов для бизнеса. Также эксперты расскажут про существующие перспективы ведения бизнеса на различных рынках. Ведь, несмотря на все произошедшие изменения в реальности, возможности для торговли с зарубежными странами остаются. И Центр поддержки экспорта готов оказать помощь в налаживании деловых связей в новых регионах. Отдельная секция будет посвящена торговым отношениям со странами СНГ, Ираном и Китаем. И неизменно организаторы приглашают на форум федеральных экспертов. В этом году их ожидается 8. Например, нас посетит Аббас Мирзаев Гази, это президент сообщества иранцев за рубежом. Кроме того, мы приглашаем международного эксперта в области маркетинга Роман Тарасенко, и он расскажет о том, как изменился маркетинг и какие нововведения нужны для того, чтобы адаптироваться к новым условиям. Пензенским предпринимателям расскажут и о возможностях оптимизировать логистику и сделать ее менее затратной. На форуме организуют 5 секций. Участие абсолютно бесплатное. Ожидается, что к мероприятию присоединятся порядка 350 представителей экспортно-ориентированных компаний региона. Зарегистрироваться можно на сайте forum.mbpenza.ru.